Перестаньте себя обманывать. В глубине души вы точно знаете, почему все еще не зарабатываете условные 50, 100, 300 тысяч на визаже. И дело вовсе не в популярном нынче синдроме самозванца. Возможно, у вас на самом деле не хватает твердых знаний и навыков. Так было и у меня. Меня зовут Марина, и до курса Яны Панфиловской «Я визажист» в моей жизни уже было базовое обучение по макияжу. Только, увы, зарабатывала я в лучшем случае 10-15 тысяч, ведь считала, что большего я не достойна. Моих знаний явно было недостаточно. Стоило на пороге появиться клиентке с проблемной кожей, как мои руки начинали предательски трястись. И это при том, что ходили ко мне на дом исключительно подружки и знакомые. Курс Яны стал глотком свежего воздуха, благодаря которому мой доход вырос в 3 раза. Теперь я уверена в себе на 120%. И не переспрашиваю клиенток, точно ли понравился макияж. Их счастливые лица и светящиеся глаза говорят сами за себя. Наверное, теперь нет такого вопроса или задачи, которые могли бы поставить меня в тупик во время работы. Я точно знаю, как адаптировать любой референс под конкретного клиента, как выгодно подчеркнуть его индивидуальность и скрыть недостатки. Да и времени на макияж стало уходить гораздо меньше. Как итог, я оборудовала свою небольшую студию, поняла свой уникальный стиль работы, начала проводить обучение макияжу для себя и кайфовать от каждой минуты за рабочим столом визажиста. Дальше больше.